Лев Прыгунов родился в Алмате, Казахской ССР. Отец – Георгий Прыгунов, ботаник, естествоиспытатель, участник Великой Отечественной войны. Погиб в одиночной экспедиции в 1949 году. Дед Льва Георгиевича по матери был священником в 1919 году в деревне на берегу Исети. Мать была 14-й ребенком в семье. Лев Прыгунов в юности увлекается ботаникой и орнитологией. После окончания школы 2 года проучился на биологическом факультете Алматинского педагогического института. В 1962 году окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Курс Татьяны Георгиевны Сойниковой в 1963-1964 году. Актер Центрального детского театра в Москве. Затем Драматического театра им. Станиславского с 1969 по 1992 годы. Актер театра студии киноактера. В 1976 году получил звание заслуженного артиста РСФСР. Начал сниматься в кино еще на 3-м курсе ГИТМИКа. Лучшими своими ролями считает роли в фильмах «Сердце Бонневера» и «Картина». В 1990-х начал активно сниматься в зарубежных фильмах, преимущественно американских, исполняя роли русских злодеев, объявил себя антикоммунистом. Да надо было еще в 1917 году его, Ленина, самого куда угодно убрать, а лучше повесить, расстрелять, уничтожить. Лично я считаю, чудовищнее того, что произошло у нас в стране, не было и нет ни в одном государстве. То, что эта компания устроила с собственным народом, страшнее фашизма в миллион раз. В 2013 году достоин звания народного артиста России.